себя прийти не могу. А чего? Обалдеть можно. Я даже вообразить такого не могла. Чего, Лолит? Оливье вместе с Линдой. Ну и что? У них любовь? Но тем не менее, чтобы Линда так быстро согласилась, я этого не ожидала. Однако ты для этого сделала все, вспомни. Вообще-то я все время им намекала, они поэтому и полюбили друг друга. Это все благодаря мне. Я, наверное, гениальна. Не преувеличивай. Просто они понравились друг другу, и все. Тем не менее, до вчерашнего дня они были чуть ли не на «вы», тогда как сегодня. А сегодня они двое влюбленных. Все очень просто, такое бывает. Но мне надо знать, как это случилось. Они же тебе уже сказали. Пошли вместе выпить, вот и все. Что ты хочешь знать? Мне этого мало, я хочу знать подробности. Хочу знать, что он ей сказал, что она ему ответила, куда они пошли. Твое любопытство тебя погубит. Но я не любопытна, я просто люблю владеть информацией. Довольствуйся тем, что они тебе сказали. От этого всем станет намного легче. Всем возможно, но не мне. Вот, Линда, поможешь мне? На меня не рассчитывай. Ну и ладно, сама справлюсь, как обычно. Привет, девочки. Привет. Линда, как дела? Отлично, я снималась очень симпатичного фотографа, и вообще день удачный. Можно присесть? Да, конечно. А как Оливье? Я с утра его не видела. Ты даже не заходила к нему на репетицию? Нет, я пришла прямо сюда, не хочу казаться ему навязчивой. Ну, конечно, это нормально. Скажи, а ты очень его любишь? Лали, отстань от нее. Я могу задать вопрос или нет? Итак, Линда, ты очень любишь Оливье? Лали, раз я с ним встречаюсь, значит, наверное, да. В принципе, ты права, но действительно ли это большая любовь? Не знаю, не могу сказать. Но пока мне с ним очень хорошо, он мне нравится. В общем, все в порядке. Да, за один день еще ничего не поймешь. Расскажи мне все подробно. Я уже говорила, что вчера мы пошли вместе выпить. Вот и все. Линда, имей в виду, что Лали всегда нужны все детали. Это ее хобби. Бенедикт, тебе не обязательно действовать против меня. Я не действую против тебя, я предупреждаю Линду. Не волнуйся, Бене, я знаю Лали. Но так что ты хочешь знать? Все. Что он тебе сказал? Куда вы пошли? Особенно то, как он тебя уговорил... На что? На то, чтобы заняться с ним любовью. Но мы с ним еще не занимались любовью. Что? Мы же едва знакомы, и пока это только флирт. Но тогда мне все это совсем не интересно. Honnêtement, bien sûr.